Сегодня мы будем проверять лайфхаки с едой из ТикТока и посмотрим... ложь или плазма? Поехали! Итак, первый лайфхак, который мы проверяем... Смотрим! В этом видео показано, что из обычного Твикса можно сделать вкусное мороженое. Давайте проверять, правда это или ложь. Для этого видео нам понадобится Твикс, палочка, молоток, молоко. В серединку. Аккуратненько. Итак, у нас получился молочный Твикс с палочкой внутри. Теперь нам нужно его убрать в морозилку на 24 часа. И посмотрим, правда это или нет. А для вас, дорогие подписчики, это время пролетит незаметно. Ну? Эффект какой-то есть. То есть оно хотя бы стало... Ледяной. Ледяное какое-то. Ну и такого достаточно красивого цвета. Вкусное. Вкусное? Какой вкус? Получился как мороженое Твикс? Да? Ну прикольно. Значит, этот лайфхак правда. Всем рекомендуем. Итак, лайфхак номер 2. Смотрим. Ты как думаешь, это правда или нет? Я думаю, в первом раунде было плазма, может, и в втором будет тоже плазма? Ну, я что-то сомневаюсь. Мне кажется, это какая-то такая себе штука. У нас банка колы, наждачка. Начинаем зачищать. Мы оттерли нашу банку, она стала... полностью серая, без краски. Кстати, а вам ничего она не напоминает? Банка была красная, стала серая. Кнопочка подписаться. Друзья, помогите нам сделать красную кнопочку серой. Мы очень стараемся, будем вам очень благодарны. Банка готова. Теперь нам надо залить крот, средство для труб. Давай. Еще. Пока хоп. Так. Доливаем наше средство. Папа, закончилось. Должно пройти 24 часа, чтобы появилась какая-то реакция и банка стала прозрачной. Через 24 часа увидим результат. И мы покажем это в конце видео. Так что смотри видео до конца и узнаешь, правда это или нет. Лайфхак номер 3. Смотрим. В этом видео говорится, что если в колу добавить сливки, то получится какой-то... вкусный напиток или коктейль. Пробуем. Обычная кола с KFC. Сливки. Ну, пахнет как кола. Какой-то разницы особо не вижу. На вкус как обычная кола. Да, это обычная кола. Этот лайфхак. Брать ее. Неправда. Это лайфхак неудачный. Бе-бе-бе. Итак, лайфхак номер... 4. 4. Смотрим. Итак, друзья, на этом видео нам показывают, что если залить обычное куриное яичко колой и добавить туда соду, и убрать на 24 часа, то оно превратится в какую-то
слайм или желе, какой-то попрыгунчик, я не знаю, как это назвать правильно. Давайте проверять. Так, тихо-тихо, сейчас перельешь. Подожди пока. Сыпем соду. Хорош. У нас прошло 24 часа. Ты как думаешь, стало оно слаймом или нет? Думаю, нет. Я тоже думаю, нет. Давай проверять. Ну, очевидно, что яйцо немного покрасилось, но оно жесткое. Я не думаю, что что-то получится. Да, никакого эффекта. Это все вранье. Ну ничего страшного. Лайфхак номер 5. Смотрим. На этом видео нам показывают, если обычную мармеладку положить в воду, то через 24 часа она станет большая, гигантская. Давайте смотреть. Вот она. Ага. Там их три. Давайте смотреть, что с ней стало. Лови. Ого. Ну, я уже вижу, что она громадная. Чуть-чуть у нас порвалась. Вот изначальный размер мармеладки. А вот какая она стала. Ставим 8 оценку этому лайфхаку, потому что кто не хочет громадные мармеладки кушать. Лайфхак номер 6. Друзья, в этом видео нам показано, что если бутылкой стучать по другой бутылке, по крышке, то она должна легко открыться без всяких открывашек. Проверить, что все закрыто. Давайте пробовать. Давай. Ты как думаешь, получится, нет? Думаю, нет. Думаешь, нет? Да. А я почему-то думаю, что получится. Давай пробовать. Пробуем, может быть, уже можно? Этот лайфхак работает. Этот лайфхак отлично подойдет тем, кто забыл открывашку. Лайфхак рабочий, клево. Ставлю 10 из 10 этому лайфхаку, потому что он очень удобный. Лайфхак номер 7. Итак, в этом видео нам говорят, что если маршмеллоу положить в микроволновку, то она увеличится многократно в размере. Давайте проверять. Одну серединку. Ну, она действительно увеличилась в размерах, но я считаю, что лайфхак не рабочий, потому что в лайфхаке она стала гораздо больше и в той же форме. Здесь она просто растаяла и все. 8. Смотрим. В этом видео нам показали, что если сахарную вату положить в воду, то она растает и в ней будет какой-то сюрприз. Давайте проверять. Деньги! Но на самом деле это все фейк. Это чтобы работало, для начала туда нужно что-то положить. Давай вторую покажем. Видите? Пустая. Давай. Лайфхак не работает. Лайфхак номер 9. Итак, в этом видео нам показали, что если растопить карамельки, то их можно использовать как мыльные пузыри. И выглядит на самом деле очень прикольно. Я думаю, что это правда. Ты как думаешь? Думаю, это тоже. Давай проверим. Отправляем это все в микроволновку и ждем, когда растает. Вот такая субстанция у нас получилась. Пробуем надувать пузыри. О, прикольная. А я?
прям реально как пузыри, но из карамельки. Прикольный лайфхак, рабочий получается. Ставим 10 из 10 развлечений для детей забавные. Для вас, как по щелчку пальца, прошло 24 часа. Ну и смотрим, что стало с нашей баночкой с колой. Превратилась ли она в прозрачную или нет. Очень невесомая. Прям легкая. У банки просто вывалилось дно. И вытекла вся кола. То есть лайфхак можно назвать полностью нерабочим, потому что оно просто разъедает и не делает ее никакой прозрачной. Просто растворяет металл. Ставим 0. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, чтобы не пропускать новые прикольные видосы, ведь мы до вас стараемся. И, как и обещали, в конце этого видео мы подведем итоги предыдущего розыгрыша и узнаем, кто будет победитель. Победитель будет вот здесь. Пока!